Турнир по дзюдо прошел в Алтайском районе. Он собрал больше сотни спортсменов не только из нашего региона, но и из Республики Алтай. Турнир на призы школы имени Владимира Шкалова проводят 4-й год. В этот раз за главный приз боролись дзюдоисты из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска. Это юноши 10-11 лет. Как отметили организаторы, судить именно эту возрастную категорию сложнее всего. Здесь другие правила и приемы. Есть определенные правила до 13, 15, также до 18 лет. Эти ребята 2005-2006 года рождения, они борются по правилам до 13 лет, где броски с падением запрещены, болевые, удушающие приемы также запрещены. Ну и более облегченные правила. Кроме медалей и кубков, победители получили приглашение на краевые соревнования. Пройдут они в апреле в райцентре «Алтайское».